Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня хочу вам рассказать про огурец Кураж. Сеяли мы его в теплицу где-то, наверное, 10 июня. Сегодня у нас 7 августа. И вот огурчики у нас доросли до самого верха теплицы. Собираем уже первый урожай. Такие вот огурчики. Сейчас даже покажу поближе. Такой вот огурчик. Такие вот они ровненькие, с пупырышками. Для засолки просто замечательно, они плотные, хрустящие. Ну, в общем, великолепные огурчики. Где-то вот они уже такие хорошенькие выросли, а в некоторых местах, вот видите, они только завязываются. Вообще в пазухе, где по два, где по три, но где-то бывает один огурчик. Но в дальнейшем, вот, даже вот если вот один, видите, огурчик, а потом там со временем может появиться и второй, и третий. То есть такой замечательный урожайный огурец Кураж. Много боковых побегов. Мы его не формируем. То есть, в принципе, вот как он растет, так он и растет. И вот так вот цветет. То есть все те, которые пасынки на нем вырастают, все они остаются. Постарались вот так вот натянуть веревки и затем, чтобы пустить вот эти плети в разные стороны. У нас стояла жара, просто буквально каждый день 30 градусов, а то и больше. И вот огурчики все равно они выдержали такой вот климат. Немного они, конечно, днем вяли, но потом мы их поливали. И, в принципе, они перенесли все вот эти трудности нашей сибирской погоды. У нас бывает холодно, а бывает вот так вот очень-очень жарко. Ну, вот видите, на плети вот образуется много боковых пасынков. Пока мы их все и оставляем. И огурчик очень урожайный. Цветет, цветет. Буквально такие вот много-много цветочков. Вот видите, и плодики самые первые. Вот они, такие вот огурчики замечательные. Завязываются. Ровненькие. Вот можете заметить, и в самом низу тоже огурчики есть. То есть везде, буквально-таки вот повсюду. В каждом буквально-таки местечке есть огурчики. Вот еще раз покажу вот такие вот. В принципе, очень даже хорошие. И для салатов, и для засолки. Вот такое вот ведерко огурчиков собрали с куража. Вот они все ровненькие, крепенькие. Для засолки очень-очень хорошие огурчики. И хочу также сказать немножко о подкормках, которые были сделаны нашим огурчикам. Первая подкормка – это зеленое удобрение. Берем 1 литр зеленого удобрения и разводим в 10 литрах воды. Проливаем почву под огурцами, а затем уже по заранее вот пролитой почве вносим нашу подкормку из зеленого удобрения. А через недельку была сделана еще одна подкормка. Это у нас подкормка дрожжами. Брали одну пачку дрожжей живых. Разводили в 10-литровом ведре, то есть наливаем 10-литровое ведро 5 литров теплой воды, разводим пачку живых дрожжей, а затем уже добавляем еще 1 или 2 столовых ложки сахара. И всю вот эту массу мы хорошенько перемешиваем и оставляем в теплице бродить, наверное, часика 3 хотя бы. А затем уже берем стакан, ну, буквально-таки, наверное, 100 миллилитров вот этого настоя, и разводим также в, например, 8 или 9 литрах воды. И проливаем по заранее пролитой почве. Вот эта подкормка дрожжами, она очень хорошо сказывается как на росте самих вот таких вот зелененьких замечательных огурчиков. И также, конечно, она благоприятно сказывается на росте зеленой массы. А зеленая масса будет нам обеспечивать замечательный урожай.
Ну а если говорить о подкормках, то, конечно, сейчас очень много различных и универсальных подкормок, удобрений различных. Поэтому главное, чтобы вносить вот все микроэлементы, и калий, и фосфор, а азот все-таки в таком небольшом количестве. Ну, обычно вот именно в комплексных удобрениях все очень хорошо сочетается. Поэтому можно сейчас поискать какие-то интересные универсальные удобрения и подкормить наши огурчики. Ну, вот такие вот они сейчас зелененькие, яркие и замечательные. И дают хороший, отличный урожай. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего и будьте счастливы.